то время как мир углубляется в индивидуальность, есть некоторые люди, которые стараются выглядеть как настоящие куклы. Они тратят кучу денег на пластическую хирургию, наносят экстравагантный макияж и придают блеск каждой фотографии, чтобы выглядеть как настоящие Барби и Кен. В этом видео мы расскажем про 10 самых удивительных реальных людей, которые выглядят как куклы. 34-летний бразилец Родриго Алвес был недоволен своей внешностью всю жизнь. И он точно знал, как потратить наследство своего богатого дедушки. Общая стоимость пластических операций составила более 250 тысяч долларов, а операции сделали его похожим на настоящую куклу Кена. Теперь он частый гость на различных шоу и один из самых ярких примеров того, как страстное желание идеальной внешности может выглядеть устрашающе. Кто это? Реальный человек или персонаж из The Sims? Ходит множество слухов о Лил Микела, модели Instagram из Лос-Анджелеса. Некоторые специалисты по анимированной графике утверждают, что Лил — это сочетание реальных фотографий и 3D-модели. Так что до сих пор неизвестно, существует ли этот человек в реальной жизни. Не всегда подобная внешность — дикое желание людей. Иногда это вынужденная мера. Амбер Гусман превратилась в настоящую куклу из-за мышечной дистрофии. Девушка говорит, что ее образ Барби спас ей жизнь. Эмбер представляла себя игрушкой, всегда нуждающейся в помощи даже в движении. И ей становилось легче переносить болезнь и появлялось желание жить дальше. Появившись на австралийской Next Top Model, модель Дакет Зот с темной кожей в стиле Барби известна во всем мире. Благодаря своей необычной внешности Даки не только имеет тысячи поклонников по всему миру, но также появляется на обложках всемирно известных Vogue и Harper's Bazaar, зарабатывая огромные деньги моделью крупнейших мировых брендов. Дженнифер Памплона известна как человеческая версия куклы Сьюзи. Она прошла через множество пластических операций, чтобы выглядеть точь-в-точь как популярная в Бразилии кукла. Дженнифер вставляли грудные импланты, делали сложную операцию по сокращению ребер, а также липосакцию, пластику носа. Закачивали наполнители губ и ботокс в некоторые части тела. Все это позволило ей стать очень популярной моделью, ТВ-персоной и создать свою линию косметики, а также в целом вести богемный образ жизни. Один из самых известных людей кукол – это Джастин Джедлика. Человек Кен говорит, что хочет быть на 100% пластичным. 38-летний американец все еще думает, что он далек от своей идеальной внешности. Даже после, внимание, 190 операций. Эти процедуры включали ринопластику, вставку грудных имплантов, плечевые импланты, бицепс-импланты, трицепс-импланты, щечные наполнители, субпекторальные импланты, бедренные имплантанты, ягодичные имплантанты и наполнители губ. Сейчас он планирует новые изменения своей внешности. И страшно представить, до чего это может дойти. Многие из вас слышали про блогера Анастасию Шпагину. Эта девушка – настоящий визажист. В своих видео на YouTube она легко становится Шерлоком, Джеком Воробьем, Джастином Бибером и другими. Ее внешность куклы также является в большей степени результатом искусного макияжа. Огромные неестественные глаза, гладкая идеальная кожа, яркие парики и очень тонкая талия. Все это жители Одессы видели каждый день на улицах своего города. Но вряд ли они догадывались, что эта необычная девушка прошла через издевательства, травлю в интернете и реальные угрозы в жизни. Также в 2017 году с участием Анастасии разгорелся скандал. Она согласилась на пластику носа в обмен на рекламу клиники. Но через несколько месяцев выяснилось, что операция прошла неправильно и нос функционировал очень проблемно. Девушка записала об этом видео, которое тут же стало вирусным. Анастасия стала получать угрозы от клиники и даже дошла до программы «Пусть говорят» на Первом канале с целью лишить лицензии хирурга. Но шоу превратилось в балаган, и ни к какому результату никто так и не пришел. Нанет Хаммонд потратила 500 тысяч долларов, чтобы выглядеть как Барби. Мать пятерых детей из США говорит, что всегда собирала кукол и мечтала походить на одну из них. Ее первая операция была в возрасте 21 года. Эксцентричной женщине сейчас 43, и она не собирается останавливаться. Вряд ли кто-то принимает ее за многодетную маму, когда видит ее в окружении детей.
Украинская Барби Валерия Лукьянова утверждает, что ей сделали только операцию по увеличению груди. Не более того. Ее похожая на куклу внешность – результат правильной диеты и хорошего макияжа. Но согласитесь, видя ее старые фото без макияжа, в это слабо верится. В любом случае, с операциями или без, своей доли популярности и почти миллиона подписчиков в Инстаграме Валерия добилась. Ну и напоследок, нечто совсем уж экстраординарное. Винни Оу, 22 года, и он из Лос-Анджелеса. Молодой человек перенес более 110 косметических операций. Цель Винни – выглядеть нейтрально, гендерно, инопланетно. Винни потратил около 50 тысяч долларов на пластические операции, чтобы стать инопланетянином, а скоро планирует удалить свои гениталии. А ведь не так давно американец был обычным симпатичным подростком. Но, как говорит сам Винни, он на Земле для того, чтобы любить людей и показывать им, что нужно быть свободным. Не забудьте поставить лайк, если понравилось видео. На сегодня это все.